сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетных средств. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего, это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные перспективные образцы вооружения. Бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически. На текущий момент в 5 соединениях ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. Выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%. При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил, ракетных войск и артиллерии с учетом полученного опыта.